церкви города Даллас, штат Техас, в среду прошла поминальная служба по человеку, скончавшемуся от болезни, вызванной вирусом Эбола. 42-летний гражданин Либерии Томас Эрик Дункан прибыл в США из африканской страны 20 сентября. Вскоре он плохо себя почувствовал и обратился к врачам. Через 8 дней у него подтвердили лихорадку Эбола. Таким образом, он стал первым человеком, у которого диагностировали симптомы этой болезни на территории США. Дункан провел в изолированной инфекционной палате Далласской больницы 11 дней. Он был в критическом состоянии. Во вторник стало известно, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Пациенту проводили диализ почек. Начиная с субботы, его пытались спасти при помощи экспериментального препарата, но усилия врачей оказались тщетны. По словам медиков, они постоянно мониторят состояние здоровья 48 людей, которые контактировали с Дунканом с тех пор, как он прилетел в Штаты. Один человек, посещавший квартиру Дункана, госпитализирован с подозрением на лихорадку. Но пока что вероятность не слишком велика, говорят власти штата. Первый случай гибели от Эболы заставил власти США принимать срочные меры. Врачи в крупнейших больницах Нью-Йорка утверждают, что на протяжении последних 2 месяцев готовятся к приему больных, зараженных этим вирусом. В ближайшие дни в 5 крупнейших американских аэропортах у пассажиров, прибывающих из стран Западной Африки, начнут измерять температуру. Жертвами лихорадки с марта стали не менее 3500 человек. Летальный исход после заражения наступает в 50% случаев.